Привет, народ! Мы продолжаем играть в Batman Arkham Knight. Very terminal. Okay, Riddler. This game ends now. И мы с вами отправляемся снова на борьбу. Угадайте, с кем? Правильно, с ним, с Ридлером, загадочником. Энигмой, энигмой. И он называет это по-разному. Tonight's gonna be our best shot. Ой, ой, ой. Between fighting an army of tanks and us, he's got too much on his plate. Кстати, с боевиками я дерусь меньше всего, особенно с парнями с автоматом. Помню, в прошлой игре была целая проблема. Тандем, проклятый. Не проклятый, а приговоренный скорее. Ну, я заехал. Ты так задумано, что я должен... А, вот. Я тут так задумал, что я думал переться в стену. We're done. Well, you're done for, at least. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph. So I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you. Oh, the cat will remain a hostage, of course. A symbol of your failure. Хорошо, да. Я на все согласен. Давай, что там? Убить кого-то, да, Бэтмен уже сам. My, my, you're actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Enigma Resistance. Твоя самая тупая гонка на свете. Это сарказм. И да, ребят, давайте делаем ставки. А вообще, у меня идея. Ребят, если бы у Бэтмена был канал на Ютьюбе, что бы он снимал? Ответ пишите в комментариях. Я не знаю, мне интересно ваше мнение. Я без понятия, я даже ничего не буду говорить. This is him, Dark Knight. Your Tudelberg, That's it, Detective. Drive faster. Drive headlong into defeat. I can't leave the car now. The clock's ticking. Oh, Dark Knight. That looked like it hurt. Did it? И это называется back on track. You're going backwards, Dark Knight. Is this a valiant attempt at a joke? What? Impossible! That cannot be! You should have followed to your death. I calculated the curvature precisely. I've got the equations right here. Извини, чувак, мы машину прокачали. Ты, видимо, старую модель. I can hardly factor luck into my equations now, can I? I'm not a homeopath. Farewell, Dark Knight. Ю-ю-ю, уйди, уйди прочь! Ай-яй-яй, не отъехать, ребята! А, еле-еле, ребят, вот еле-еле выпутился. Wrong way, Dark Knight. Don't tell me I need to hover in front of you, waving a flag to get you to turn around. Да я... О, черт, не так просто, как кажется, ребят. It's really basic physics. Ой, да, да черт с тобой! Dark Knight, don't waste my time. It's several times more precious than yours. А, чё, не так просто, как кажется, For a second there, I was almost concerned.
Черт, как же это трудно. Фух, еле-еле, с третьего или четвертого раза прошел, не знаю, может, потому что уже просто час ночи, я немного внимания у меня концентрация уходит уже. Поэтому я... И да, тут все будет сложнее, последний день круг. Пожелайте мне удачи, ребят. Возьми, я чувствую, я не пройду с первого раза, я думаю, со второго третьего. Просто запомнить нужно, где что тут двигается. Вообще что-то переключать можно? Нет, на этот раз нет, ничего не переключается. Это называется усложнение. Make your peace, Dark Knight. This really is it. It has to be. Разворот вообще не могу. Реально, блядь, концентрация. Язык заплетает. Концентрация нулевая. О, подвоха не было. Да черт тебе! Черт, отдери тебя! Не упади, никуда не свались, не тормози... Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да! Ребят, с первого раза, но с одной смертью, я не верю. Это просто... Those are the rules, and I have to follow the rules, don't I? I set them after all. Хорошо, там где ряд с пятью экспонатами. Okay, almost there. Вот этот котяшка. And here we go. Барсик, успокойся, это не настоящая кошка. Барсик какой-то нервный. Oh, that's it. No more. Congratulations, Catwoman. You are now free. Free to take my final exam. To take my final exam. А где финальный экзамен? Мы все двери открыли. Eddie, I didn't know you'd started cheating. I'm disappointed. I dissemble. I artfully obfuscate. But I do not cheat. As you and Batman will discover when you attempt my final riddle room. Ну я так и знал, что там как бы, ну, что-то должно быть. И все-таки, Ридлер, ты до сих пор не ответил, откуда ты рубашку такую купил? Как будто ты тут кого-то в самом дешевом универмаге каком-нибудь на Гавайях. В самом дешевом, когда будут рубашки с бомжей. Бедозных. Вот мне кажется, он в таком супермаркете закупается. Do you have a photographic memory, detective? Because I do. I can summon your sneering features at will. That is when they don't burst unbidden into my brain. I have perfect recall too. I can remember every time you've hurt me. Sometimes I wake up, Dark Knight, to the feel of your hands around my neck, your carbon fiber-coated fists smashing into my solar plexus. How dare you brutalize me? Me! Your intellectual superior. You're better. Me! Edward Nigma, the Riddler! And the world's greatest everything. You're a thug, detective. A bullying emblem of the arrogant notion that might makes right. Come back to the orphanage, where I will end you and the unjust things you stand for. Мне говорили, что нужно собрать все эти знаки вопроса, все загадки, которые у Ридлера разбросаны по карте, чтобы с ним сразиться. Надеюсь, что это не так. Я не проверял в достоверных источниках. Ну, не то, что я не доверяю вам, ребята, просто в каких-нибудь гайдах я не проверял, надеюсь, что это не так. Пожалуйста, пусть он будет доступно. Да, оно доступно. How's my chance to free Selina from the orphanage? This game has gone on long enough. Мне не получилось, взять разогнаться из всех, как я хотел. В любую сторону можно. Испугались меня. Вот как надо, ребят. Вот так всегда. Удачный вылет из бэт-машины. 1 на 1 000 000. Я хочу уклониться, а то опять эти башни.
Мы, кстати, займемся башней и всем остальным, наверное, ну, после заполнения этих доп-миссий, потому что это довольно нудно с башнями разбираться. Но я планирую пройти все. Я планирую пройти все, и этим планом ничто и никто и ничего не помешает. Eddie hasn't said a word since you left that last course. Do you ever rub people the right way? They never ask nicely. Что же, пошли. Финальное испытание. Ну как, номинально финальное. Я могу показать даже. Посмотрите, видите? Нет, по сути, тут отмечено целых еще три задания. Хотя мы это не завершили до конца. Так что, вот считай, это завершим. Значит, останется два. Интересно, что же делать придется. Now's my chance to free Selena from the orphanage. This sick game has gone on long enough. Agreed, sir. Best of luck. Not yet, Batman. You're lacking something. And I don't just mean basic intelligence. И что ж, чего же мне не хватает? No, Batman. For once, you are physically under-equipped as well as mentally. You had a gadget in Arkham City. Where is it? I charge you with bringing it. Ты говоришь про это? Гаджет из Arkham City. Разряд. Я думаю, это составление букв. Может быть, бэткоготь? Нет. Какой гаджет ты хочешь? Управляемый батаранг? Но я не знаю, куда его бросать. Какой гаджет он хочет? Ну, явно не это. Давайте попробуем все, узнаем. Самет, взрывчатый гель. Разряд. Может быть, это он это имеет в виду? Нет, можем только под дверь. А на дверь? Нет, нельзя на дверь. Мне кажется, что-то не то. Не то. Ну, тут есть еще место догадка, что может, у нас его еще нет. Речевой синтезатор. Деструктор? Серьезно, я не знаю, чего ты хочешь, загадчик. Ты можешь говорить точнее? Единственное, что я знаю, как то, что у меня было, вот эта штука вроде. So how's Robin? Robin's fine. Is he allowed out unchaperoned yet? Or does Daddy still keep a close eye? He's more than capable. I bet he is. This one's more of a fully grown wonder, if you know what I mean. I don't. Oh, Batman, you disappoint me. In Arkham City, you create an electric charge device, which I admit took some scrap of ingenuity. And then you fail to bring it tonight. Может быть, он по сюжету потом достается, потому что у меня нет этого устройства. Я думаю, оно бы у меня появилось, если бы оно было. Так что, ну ладно, видимо нет. Видимо, не сегодня. Видимо, нужно что-то еще пройти. Так как я не могу продолжить это задание без какого-то устройства. Черт, Энигма, с тобой все так сложно. Так, улучшение Бэтмобиль. Давайте посмотрим глушение. А, или глушение, улучшение. Техника. Давайте посмотрим, может, у меня чего-то просто нет. Скорее всего, чего-то из этого нету. Может, что-то не прокачано. Саботаж врача. Длительность. Нет, вряд ли. Я не думаю, что дело в прокачке. Ну, кстати, да, прокачать нам тоже стоит. Например, это уменьшает время перезарядки. Прям выстрел в башню. Готово, ребят, мы немножко прокачались. Давайте выберем другое задание, раз уж это недоступно, считай.
Выберем задание с пингвинчиком. Осталось два. Thought you might be missing me, Bruce. I've got one of Penguin's trucks. It's down a back alley near Salvation Bridge. Thanks, Dick. I'll track it on foot. Get ready to meet me at the weapons cache when I've located it. Привет, ребята. Finally, как чё? Did you get those beers? What the? Oh God, get us out of here! It's the Bat! I see Batman. He's coming for us. What the hell are we gonna do now? Keep going. We can lose him. I'm going as fast as I can. Worry about the Bat, they said. It's all taken care of, they said. But what the hell is he doing, chasing down our truck? Behind us? How do I know? You're supposed to be the lookout. I think he's gone. You think he's gone? I'm driving here. Just keep looking. Contact the boss. Ask him what do we do. He ain't answering. What now? If he pulls us back to the guns, we're dead. Да, босс уже у нас не отвечает. Босс, пингвин просто надоел. We lost him. We actually lost him. Он на его возится с идиотами. Ладно, всё. Риск, пролетим прямо над ними. I knew he wouldn't catch us. He never had a chance. Penguin was right. The Bat's losing it. It's my man. А, вы не успели. Ха-ха-ха, пропустили меня. Особо нечего рассказать, кроме, да, моих ночных игровых прохождений. Мне даже нравится играть ночью, знаете, никто не успокоит. Ты знаешь, что, ну, никто тебе, не знаю, не позвонит, не напишет. Все так спокойно и хорошо, знаете. Отчасти мне нравится ночные прохождения. Ну-ка, особенно на следующий день не нужно рано вставать, это вообще идеально, конечно. Только ночью и играй. Но всю ночь я редко играю, стараюсь этого не делать, потому что всю ночь, ну... Не то, что это вредно для здоровья, отчасти, кстати, так и есть. Это просто утомляет очень сильно, когда ты всю ночь играешь, а потом на следующий день, не знаю, весь изломанный, сломленный и все такое. Так что, предпочитаю ночью спать, ребят, предпочитаю ночью спать. Днем я не могу спать, реально меня тошнить начинает, я сплю днем, и просто так хреново, что вы не представляете, это не описать. Во время, не знаю, простуды или, не знаю, гриппа, который длится месяц, мне так хреново не было. Как после сна днем. Хотя мне часто рекомендовали все родители, не знаю, даже Penguin's hiding his weapons inside Gotham's water filtration plant. Let's hit him hard. Поспи днем, это хорошо. Хорошо, меня так корежит, я посплю днем. Поэтому днем я не сплю, даже если я там всю ночь до этого не спал. Просто не могу. Черт возьми, мне кажется, меня сейчас расстреляют, как в прошлый раз. Надо быть готовым отпрыгивать. Alfred, the refrigeration truck I was following has entered Gotham's water filtration plant. Access city blueprints and find me a way inside. Right away, sir. All right, you should be able to access this facility from the sewer tunnels underneath the island. May I suggest taking the car? I've marked the location on your map. Thanks, Alfred. Серьезно? О, ты меня взял. Не, я взял. Дракона сбили, у меня не было шансов против меня. Cash, the drone deployment on Bleak Island is neutralized. Nice work, Batman. Ну,
если всего коп или типа того. Я считаю, вот сетевой коп в этой игре помог, потому что можно было, может быть, походить вместе с снайпингом, все такое. Ну да, бои здесь, кстати, самые легкие за всю серию Бэтмена. За всю серию. Самые легкие бои. Самые тяжелые, мне кажется, были в Arkham Origins. Что логично, в принципе. Я, кстати, не понимаю, что почему тут отмечено... Как вас опустить, а? Значит, машину привезти надо с собой. Стоит отметины, все. Шкаф для оружия. Мне кажется, как-то используешь этот магии для... Да, конечно же. Больше пространства. Ну нет. Спасибо, Бэтмобиль, ты мой лучший друг. По-моему, Бэтмен лучший друг, это все-таки Бэтмобиль. И он так заботится о нем. Sure would be nice not to have that freak on a battlefield. I'm gonna bust you up, Batman! Listen. Готово? Готово. У меня один вопрос. Найтвинг, ты уснул? Я понимаю, что сейчас уже поздно. Видимо, Найтвинг уснул. Что-то его не было. Обычно он всегда с нами. Я удивлен. Куда же он делся? Может быть, пингвин захватил Найтвинга? Нет, его быть не может. Даже скучно. Ты согласен, как-то нудно без Найтвинга? Обычно мы вся с ним вместе дрались. И, черт возьми, почему этот крестик так... Почему я... Что за черт? Раньше его проще было нажать, а теперь... Что-то было не так. А вот Найтвинг был бы здесь, он бы толкнул. О, черт. Не, я случайно не хотел. Нет, другая отвечает. Вот. Good news. I found Penguin. He's right where we want him. Cocky little bastard. You've been taken from me all night, Batman. It's time I did a little taking of my own. Так и знал. I'm fine, don't worry about me. Да он не особо даже побитый. Alfred, I need you to use Nightwing's tracker and isolate his location for me. Master Grayson isn't in any danger, is he, sir?
Penguin has him. Oh, dear. Yeah, I've got a signal. They're holding him at a location in Otisburg. You must hurry, sir. We both know Master Grayson can be too reckless for his own good. It's happening again, Bats. First you got Jason Todd killed, now old Dick's about to meet his maker. I know what you're thinking, and you're right. This is all your fault. You should come with a help. I can't do that. Моя вина, да не. Бывает, попался санёк. А я его выстрелил. Точно как всегда. Мне на вас плевать, ребят, езжайте куда хотите. Gone. Gone. Penguin was sure the bat was gonna show. How come? Let's tie it up downstairs and get the crap beat out of it. Oh yeah, Nightwing. I wonder how he's holding up. Ah, the young ones can take it. He's a cocky son of a bitch, ain't he? He's never faced the Penguin before. Thought he could take the boss on his own. What up, punk? He put up a good fight, I give him that. But experience wins out every time. Что-то у нас не совсем то получилось. Вот так. И да, хочу на батаранг сменить. This elevator shaft should give me access to the rest of the building. Спасибо, Джокер, я не слепой. You're going to save him, aren't you? You should leave him. He deserves it. Going off on his own like that. He doesn't respect you, Bats. Never has. Once in a lifetime opportunity. Couldn't turn down a chance to kill. Мне кажется, или я в самом глубоком подвале года? This one off himself. You hear that, Nightwing? We're gonna keep you alive for a little bit longer. More stimulating conversation. Great. Oh, let me hit him, please. Да давайте поучаствуем. Ваша атака. Let's take him down.
Отлично справились, 1500. What did you think you were doing coming here alone? Oh, thank you for finding this place would be nice. You should be happy. We got all the caches. The Penguin's finished. We still need to find him. I doubt he's stuck around. Да, вряд ли он сидел, ждал, пока я приду. Время прикрыть лавочку. Посмотрим, что, кстати, будет за финальное задание. Well, ain't this cozy? Откуда you ты будешь? Keep an eye on this one, Batman. He's a bit too careless for my liking. Come any closer, and you get to see the contents of his head. Hey, Oz. You remember the Flying Graysons? Flying who? What are you on about? Flying Graysons. Отвлекся. No! Stop! Don't! I swear to God, you better kill me, Batman. Otherwise, I'm gonna kill you! I'm gonna... You know, I was just going to suggest you do that. So, here's the part where you tell me off. I'm proud of you, Dick. Are you feeling okay? This is the end. This is the last time we meet. Don't talk like that. All right, this won't stop you. Nothing stops you. Keep Bloodhaven safe. Promise me. It's okay, Bruce. I get it. You just don't want me hanging around, stealing the limelight. Dick. I won't let you down. I know. Оказалось, там было больше заданий касательно пингвина. Смотри, места люкс. Кстати, в сериале Готэм рассказывается постановление пингвина и про то, как он стал вообще злодеем. Если вам интересно, советую посмотреть. Надеюсь, вы заинтересованы. Where am I? Yes. No! Those guns! They were mine! You could sell them for scrap. If you ever get out. You're nothing without your little helpers. I nearly had your boy, didn't I? What's the matter? Got you rattled. Your choice, Cuddlebutt. GCPD or the morgue. Empty threat, Batman. We all know you don't kill. I'm not feeling myself tonight. Well, I'm sure you'll feel better tomorrow. You know what Kip can do. Wonders, mate. Да, Бэтмен уже нам намекает, что я что-то сегодня не в духе. Сдаем говно в участок. Хотя не знаю, может, можно свалку дать. Ж говно. Move, Cobblepot. Keep your cape on, I'm coming. Thanks, Batman. I didn't think we were gonna Hey, boss, you're here! We're all back together! Hey, it hasn't been the same without you. See that, Batman? That's loyalty. You must be proud. Gotham ain't going down yet, Batman. Thanks to you. I could have told Scarecrow a long time ago that getting you involved in all this was a big mistake. Watch your mouth, Oswald. We're on the same side of the bars now. Don't be fooled, Bats. Underneath that short, fat
hideous exterior, there's an icky-fishy teddy bear waiting to get out. Да, ребят, минус еще один злодей на улице Готэма. Сколько у нас осталось вообще заданий? В принципе, не так уж и много. По сути, они все скорее по коллекционированию предметов. Задание мы не можем продолжить. Вот это задание, потому что у меня нет нужного... нет нужного приспособления. Если кто знает, где его взять, пожалуйста, сообщите. Я обязательно этим займусь. Это отдельная тема. Это еще более отдельная тема. Это этим мы займемся позже. Этим мы займемся совсем поздно. Это... так, с этим вообще дела как-то не клеются. Не знаю почему. В общем, я думаю, в следующей серии, ребят, мы займемся вот этим заданием. Потом перейдем обратно к сюжету. Я знаю, как вы хотите. Lucius is out of contact. I don't like it. I'm going to investigate. Wayne Tower is locked down, sir. The only way in will be using the elevator in the underground parking garage. Hey, Batman. How you doing? Что за зеленый? Я этого не понимаю. We're not short of men willing to take you down, Batman. Everyone wants a piece. Что ж, ребят, спасибо за просмотр. Продолжим мы в следующей части. Можете ставить лайки, подписываться на канал. И в следующей части, я думаю, мы... не знаю, насколько просто это длинная цепочка заданий, но я постараюсь выполнить цепочку заданий. Друг в беде. Тут вроде как одно задание, но посмотрим, что будет и как. Спасибо за просмотр. Увидимся мы в следующей серии. Пока, ребята. До следующей серии.